Говорит Москва. От советского информбюро. На конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение Лоры Тасси «Оборванный мишка» читает ученица МОБУ СОШ номер 78 Дударева Лизавета, ученица 7 А класса. Оборванного мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба – это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злою птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание. Ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война. Германия полностью разрушена.